Приветствую всех на канале 18 соток. Сегодня расскажу вам о сорте острого декоративного перца, который называется Pepper Ornamental Calico или пестролистный коленкор. Пестролистный коленкор — это еще один красивейший сорт острого перца. Листва у него фиолетовая, белая, зеленая. Очень красивый куст, очень красивые плоды. Созревают они сначала в технической зрелости, они черные. Потом по мере созревания меняют свой цвет от темно-красного до красного. Это кустик небольшой, сантиметров 15 в высоту, весь пестрый. Хорошо формирует пышный куст. Прищипывать куст не нужно. Урожайность этого сорта очень высокая. Сроки посадки, от посадки до созревания, проходит около 100 суток. Этот сорт очень хорошо подходит для выращивания в цветочных горшках. Его необходимо регулярно поливать. Но если выращиваете в комнатных условиях, то подкармливать тоже нужно. Этот перец родом из Мексики, из Южной и Центральной Америки. Вот такой вот красавчик перец. Вот так выглядит зрелый перец в разрезе. Толщина стенок около 2 мм. Мякоть очень сочная, острая. По шкале Сковила его острота достигает от 5 до 30 тысяч единиц. Все зависит, опять же, от степени зрелости плода. Вот об этом сорте я вам хотела рассказать. Заканчиваю свой обзор. Заходите на мой канал, смотрите другие сорта острого перца.